Да не бойся ты их, интимак. Хати. Нет, не надо. Она очень сильная. Они же выносливые. Они даже вдвоем меня могут с места сразу, если на рывок. Нина. Лина. Это Арчи, это он мальчик. Да? Арчи, мальчик. Мой, да. Потому что жарко ему тоже. А сколько ему? Один смесь. Он маленький. А вот у нас ты самая большая, вот ей 3 года. Да? Да. И я все время маски огромные. Это мама вот его. А вот тоже, наверное, мальчик, да, вот этот вот? Нет, это девочка. Девочка. Тоже. Вот это. Она, да. Она старше. Ей 3 года уже. А сколько они же? Все равно где-то 15. Хати. Только за хвост не трогайте, за хвост не надо. А то они не любят. Они любят, когда вот здесь, и вот здесь вот на шею, и за ушком, когда гладят. За шею? Да, вот видишь, вот так. Хати вон. Вот так. Хати вот здесь нравится. Вот. Они говорят, ну потешите меня. Вот, видишь, щекотные лапки дергают. Ладно, я гладь. Погладь. Ой, так хорошо, да не кусается, не кусается. Для ушка? Да, ой, как хорошо. Смотри, поцелуй, целует прям в это. Это любительница целоваться. Видите, я ее удержу. Она видит, что я ее удержу. Как я его так считаю? Не бойся, не бойся. Вот здесь, смотри. А он всему предел же. В субботу вы за следующий день, да? Да. А во Какие зовут? Катя. Отстой. Она вообще не понимает ничего. Вообще не понимает. Ильдар, иди сюда. Иди сюда. Кто не любит? Красивый. Красивый. Я скажу, когда я вырос. Они еще понимают команду, да? Они не разговаривают. Стоят, отдыхают. Смотрите, сидит. Да ты же молодец. Лежать. О, я показал. Лежать.
Приставай, говорит. Катушка. Катушка. Катя. Перевнует она. Катя, ты ленивица моя. Ревнует, да, ревнует. Ну все, все. Витя. Арчи. До свидания, скажите. До свидания. До свидания, ребятишки. До свидания. Пока. Ты мать. Пока. Витя. Петя! Сообразил, что надо. Так, благодарственное письмо тогда тоже в субботу? Да? Нет, дело в том, что у нас бланки закончились. Так, мы сейчас, а у вас группа ВКонтакте Хаски? Да, есть. Давайте мы вам покажем. Клуб ездового спорта Таурафа. Как еще раз? Таурафа. Сейчас я вынесу телефон, все запишу. Все. И контактный телефон, с кем можно насчет щенка поговорить. Хорошо. Так, да, еще чем. И тогда ВКонтакте выложу фотографии, или как благодарственные. И также Виктория Викторовна. Хорошо. Сейчас, подожди. А линейка? А линейка у нас не будет.